Всем самым зачетным перчиком и не особо зачетным, и вообще не обязательно перчиком привет. Но главное то, что... Главное кое-что другое, да. Главное то, что мы начинаем с вами... Мы продолжаем, точнее, с вами устраивать свое уютное холостяцкое гнездышко. Какая лошадка. Ну ладно, мы холостяк, я забыл, да. И что нам, что нам нужно, да, что нам нужно, спросите вы. Я вам скажу, что... Нам нужен этот шикарный дом. Оу, он такой соблазнительный. Да, но что-то не хватает. И вот этих цветов, они были тут всегда. Я посмотрел на записи. Итак, что же не хватает? Не хватает, я думаю, заборчик. Давайте сделаем заборчик. Давайте нажмем букву Е на английском. Так, секунду. Так, снова нажимаем букву Е. Пишем забор. Вот, отлично, шикарный забор. Давайте поставим его на место. Ну, я не знаю куда. Давайте на место цветочка пока что поставим. Да, отлично. Вот. Что я написал? Я написал за Е. Ладно. Так. Берем забор. Он у нас на цифре 4. И давайте, я даже не знаю, где тут сделать ограждение. Оградку. Давайте сначала, я не знаю, давайте думать. Я бы все это оградил. Но для начала мы сделаем вот тут оградку. Так. Так, давай сюда. И потихоньку вот таким вот образом мы будем все это создавать. Что-то какой-то непонятный забор, правда, мне он не особо... Точнее, он непонятный немного по своей структуре вообще, да? Я не понимаю, как он вообще строится, что почем. Так, ну все, пока что сойдет. Здесь у нас... Я не знаю, есть ли здесь какие-нибудь овощи, фрукты полезные там. Есть какой-нибудь кипарис. Так, вот эта тема мне не нравится. Теперь все шикарно. Так, не забываем нажимать цифру 4. И вот смотрите, у нас уже что-то получается. Отлично. Что-то я перебрал. На самом деле, не обязательно было траву. Траву скашивать не обязательно было. Оу, oh, yeah. Почти ровно. Подожди, а чё? Вот. И вот здесь некая яма. Интересно, а что там? Ну, здесь ничего нет, здесь просто какой-то овраг просто. Да? Мы его заделаем. Да, давайте его прям заделаем, чтобы он нам тут, нас не смущал и не мешал. Чтобы никакая коняшка не провалилась в этот овраг. Отлично. Так. Так. И все, мы почти справились. Мы справились. Вот, собственно, наш огород. Так, перепрыгни ты уже, или ты не умеешь прыгать? Отлично, вот здесь что-то есть непонятное. Но мне плевать. Да, мы просто заделаем это отверстие в земле. Так, и будем сфигачивать здесь. Будем косить газон. Давайте вот так вот. Раз. Я хочу поиграть в выживание, но у меня никак руки не доходят. Там же надо крафтить очень много чего. И собирать все эти блоки. Так, сейчас. Сейчас я докашу и скажу. Так вот, все эти блоки, вот эти вот каменные, деревянные, это все нужно очень долго там собирать. Как мне кажется. Ну вот, собственно, и все. И я бы здесь, знаете, что сделал? Чего бы я сделал? Я бы здесь сделал какую-нибудь беседку, но есть ли здесь какие-нибудь домики? Давайте, беседка, нет. Может, домик есть какой-нибудь? Нет, опять дома нет. Я даже не знаю, что тут есть. Так, разное. Вот. Прикольные вещи некоторые. А что такое? Какие-то вагонетки. Обязательно можно что-нибудь с этим замутить. Вот, смотрите, здесь есть папоротник. Это очень прикольно, но я бы, знаете что, я бы реально сделал какую-нибудь беседку. Правда, я не представляю, как она будет выглядеть. Но давайте попробуем что-нибудь сделать. Вот чисто попробуем. Чисто, да, именно чисто, не грязно. Давайте вот так вот. Раз. Отлично. У нас почти получилось. Да, у нас получилось, но это походу на какую-то могилу. Нет, давайте ее сделаем немного пошире. Да, давайте. Откуда это появилось? Здесь вроде этого не было. Так, семерка. Все равно что-то не то. Ну ладно. А, ее можно было вообще забором. Тут можно вообще все вот так забором переограждать. И опять у нас садится солнце. Ну ничего страшного. А что будет, если мы сделаем ее чуть повыше? Ну, хотя бы вот так. На парочку слоев.
Да, на беседку, может быть, это будет не очень похоже, но все равно давайте что-нибудь сделаем. Так, 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 отлично. У нас появляется некое строение. Да, у нас уже появилось некое строение. Это скорее будете знать, оранжерею надо, точно, надо было сделать оранжерею. Что же я сразу-то не догадался? Может быть, ее как-нибудь действительно переделать? Давайте сделаем. Но только зачем? Ладно, давайте введем поиск. Опять введем стекло. Стекло, вот белое стекло. А, ну оно тут и стоит у нас, белое стекло. Отлично. Очень темно, поэтому мы поставим здесь факелы. Давайте. Вот здесь. Так, нет, ты не идешь сюда, ты идешь сюда. И вот здесь. Отлично, но все равно как-то темновато достаточно. Я знаю, что делать. Надо вот это все снести. Давайте все это снесем нафиг. Вот таким вот образом. Интересно, а вот этой киркой? Нет, все равно медленно. Так, давай, детка. Еще чуть-чуть. Блин, реально темно. Давайте в уголке везде поставим тут факелы. И вот тут. Вот, теперь гораздо круче, по мне. Так, отлично. Не знаю, фундамент оставлять деревянным или нет. Давайте все-таки уберем. Ну или оставить. Я даже не знаю. Ладно, уберем. Почему на этом трава скашивается, вы заметили, да? Хорошо. Давайте возьмем это самое стекло. Белое стекло. Так. И вот это вот таким вот способом это. Так, вот эти вот блоки мы их менять, мы их переставлять, превращать в зеленые не будем. Сразу на максимальное расстояние, на максимальную высоту поднимемся. Вот. Так, просто зажатый правой кнопкой мыши гоняем, едем и все. Точнее, двигаемся и все. Мы просто двигаемся с зажатой правой кнопкой мыши. Ой, oh yeah. Так, почти мы сделали это. Или нет? Или мы еще не сделали? Нет, надо еще один слой, давайте. Повыше поднимемся. Так, так. Все, отлично. Я думаю, это точно теперь последний слой. Вот. Мы справляемся на 5 баллов. По моей однобальной системе. Хорошо. Но что-то как-то непонятно, что это. Она какая-то прозрачная. Ладно. Ну, в смысле не прозрачная, а я не вижу контура стекла. С внутренней стороны. С внутренней стороны я вижу, а вот с этой что-то как-то непонятно. Ладно. Давайте теперь сделаем какую-нибудь крышу. Какую сделать крышу лучше? Такую же, как вы думаете? Или нет? Я не знаю. Или нет, или да. Может быть, вот такую? Такую какую-нибудь, как вы думаете? Так, нет? Супер крыша. Да, зашибись. Ну ладно, давайте, это будет ледяной дворец какой-то. Точнее, стеклянный дворец. Отлично, последнее. Ой, какое последнее? Вот сейчас будет последнее уже скоро. Давай, иди сюда. Ну давай, подходи ко мне. Так, так, зачем я это снес? Не знаете? Не знаю тоже, зачем я это снес. Хорошо. Ну допустим это вот так. Какое-то некое непонятное строение. Что-то здесь несимметрично. Не пойму, что вот это что мне надо делать. Да, скорее всего. Это и есть главный косяк. Все равно что-то не то, ребят. Я не понимаю. Подожди, я реально не понимаю. Это ледовый дворец. Нет, давайте все это нафиг снесем. Я люблю бить стекла в Майнкрафте. В реальности не люблю и вам не советую. Да, потому что это очень хорошо. Да, да, да. Да, вот сейчас теперь мы точно завершим эту гребаную работу. Давайте так. И начнем, приступим, пожалуй, к крыше, да. Крыше. Где? Крышевать будем. Крышевать. Так. Так. И так. Так, так. И так. Оу, е. Что-то непонятное у нас с вами получилось. Вот, на самом деле, да, что-то непонятное. Хорошо, давай. Давай возьмем дверь. Дверь будет у нас деревянная. А, нет, белая, вот такая классная дверь. Прямо вот сюда ставим. И давай, раз и раз. Чё такое?
Это не дверь? Железная дверь. А чё, она не будет здесь открываться, что ли, или чё? Ну-ка еще раз. Дверь. Отлично, давай. На место этой двери. Да, странная дверь. Ну ладно, может быть, ключ какой нужен. На самом деле, оранжерея очень маленькая. Не похожа даже на оранжерею. Ну давайте здесь сделаем саженец акации. Может быть, еще какой-нибудь саженец здесь есть? Темный дуб. Есть цветы, давайте сюда поставим. Почему нет цветов? А, надо название цветов именно какое-то. Вот они. Декоративный. Ну, давайте синяя орхидея. Куда ее? Вот сюда. Так, и вот этот вот... Это лук? Зашибись. Лук очень нужен. Так, все, давайте орхидеи с луком посадим. Они что, еще и светятся, мне кажется? Вот, шикарно. Просто отлично. Бред какой-то. Ну, на самом деле, нормально. Нужны грядки вообще. Ну, потому что у меня слишком маленькое пространство. Надо было тогда больше что-то строить. И тем более, ну не знаю, давайте так оставим. И закроем дверь. На время забьем на это все. Это что-то непонятное, но ладно. Вот это лишнее, мне кажется. Или нет, или мне не кажется. Нам придется тогда еще двери делать. Может быть, сделаем вот так. Раз. Как вы думаете? Почему так музыку стало громко играть? Стекло. Я не раз заказывал оркестр. Так. Мясо. Мясо нам пока не надо. Мяско. Нет, мяса не надо. Или что это такое? О, отлично. Непонятное какое-то строение. Хорошо, идем дальше. А что мы будем делать дальше? Мы поставим вот здесь. Подожди, они выросли хоть, нет? Этот. Ой, смотрите, кого я вижу. Подожди, а он... А он для меня опасен? А, он не взрывается, да? Я не знаю. Но этот саженец... Подожди, а он не растет, да, я так понимаю? А почему... А я думал, они растут. Было бы круто, если бы они росли. Или фиг знает, может, и растут, я не знаю. Так, а это что? Березовые листва. Хвоя. Ну, прикольно. Давай снова эту акацию посадим. Давай. Давай вот сюда. Отлично, сажайся. Нет, зачем я это сделал? А, ну хоть... Давай вот так. Вот, замечательно, что-то непонятное. Не, не то, давай. Так. Сфигачиваем это все. И сажаем сюда декоративные штучки. О, во, можно... Можно всякие плитки тут ставить. Вот эта тема. Это чё? А, голова. Я думал, сам крипера можно самого его поставить. Вот, давайте возьмем тюльпаны вот сюда. И давайте еще оранжевый вот сюда поставим. И отлично. И давайте менять, чередовать их. Сначала этот, потом этот. Потом этот. Этот. Или сначала через каждые два поставить. По сути, разницы нету. Что чередовать их сразу, либо потом. Ну, давайте вот так вот сделаем. Отлично, мы украшаем свой сад. Холостяцкий домик. Отлично. Что дальше будем делать? Вот эта хрень меня смущает. Ну ладно. Что будем делать дальше? Я бы здесь сделал пару дверей. А куда крипер девается? Вот мне интересно, вот сейчас вот рассвет. Куда он девается? Куда ты пошел, чувак? Давайте подождем. Мне просто интересно, куда он девается. Давай. Ну. Опа. А-а-а, слушайте, вау, а у меня, знаете, какой интересный эксперимент поделать? А если... А я сдохну, если я к нему подойду? Не, мне другое интересно. Мне интересно, а если я все щели вот эти заделаю в земле, что будет интересно? Вот мне это очень интересно, на самом деле. Я не знаю, они сдохнут или... Или я, например, разрушу наоборот. Вот, смотрите, а, вот он застрял. Смотрите, давайте посмотрим, что с ним будет. Солнце встает и... Наверное, будет его сейчас испепелять, нет? Я не знаю, что будет, мне просто интересно. Может, он взорвется? Давайте посмотрим. Ну, она уже встала почти, но я не вижу. Что-то как-то медленно. У меня и то быстрее встает. На самом деле, нормально, нормально. Но смотрите, она уже осветила его. Почему он не... Что с ним произойдет? Что он делает вообще, не понимаю, он купается? Он похож на какой-то странный орган.
Все, солнце, небо уже стало голубое, солнце стало белым. Ну что ты меня смотришь, как тебе? Нормально? Ну, смотрите, я не вижу, чтобы на него влияло как-то солнце. Ладно. Может быть, оно не до конца еще встало. Фиг знает. Короче, мы ставим здесь огромную дверь. Шикарная просто. А если... А тут можно... Ну, как-нибудь... Ну, ладно, давайте не будем никакой дверь делать. Поставим здесь забор. Что с ним там? Да, он жив еще, короче. Так, делаем поиск. Забор. Вот, отлично. Сюда ставим его. Так, где он тут? Вот он. Так, и ставим плитку декоративную. Давайте сделаем плитку. Где плитка? Вот это, что ли? Ковер. Это ковер какой-то. Ковер, нафиг мне ковер. О, крипер пошел, нормально. Чувак выбрался. Ты что, охренел? Офигеть, он мне там ничего не сломает? Он же взорвется нафиг. Ну ладно, живи пока. Хорошо. Давайте сделаем здесь вот такую вот плиточку замечательную. Не знаю, насколько она замечательная, но... Плитка, она и в Африке плитка. На самом деле, это реально какой-то ковер. Мне не хотелось бы делать ковер. Мне нужна плитка. Да? Давай сделаем, что-нибудь поищем. Тут нет плитки реально, давай. А, подожди, вот, есть какая-то плитка из булыжника. Вот. Вот это, кстати, нормальная тема, но... Но я не знаю, что лучше выбрать. Нажимная плита. Кварцевая есть. Это строительный блок некий. Давайте посмотрим, что из этого будет. Не, он слишком огромный. Хорошо, сделаем ковер. Так, и сделаем вот так. Сейчас. Цветочки. Берем ромашку. Ставим ее вот сюда. Давай. Нил спрошу к нашему шалашу. Отлично. Нет, я бы еще вдоль сделал. Но здесь можно поставить ведро воды. Ведро лавы, блин, капец. Молоко. Ну, молоко тут в тему, вообще, честно. Просто ведро можно поставить. Ну, давай, поставим ведро. Куда поставить? Сюда. Это что? Это что такое? Охренеть! Я такой первый раз вижу. А как это говно снести теперь? Вы что, офигели, ребят? А, подожди, может, она может утечь? Охренеть, ребятки, что это такое? Охренеть. И как это теперь убрать? Никак? Что за бред вообще? Ну, зашибись. Что это такое вообще? Подожди, ну-ка давайте эксперимент проводить. Вот она растеклась, так? Ё-моё. Охренеть, теперь я знаю, как бассейн делать. Подожди, а как? Как это? Офигеть, я думал, это что-то декоративное. Вы что, издеваетесь? А, вот. Во, нормальная тема, я понял. Ну, нужна логика, да, у меня есть она. Начинаем вот с верхов. Во! О, зашибись! Оставила мне тут. Ну ладно, зато я теперь знаю, как. Я теперь много чего нового узнал зато. И плитку мне эту всю размыло, блин. Ну, красавцы, красавцы. Давай еще раз. Бумага. Не, бумага пока нам не нужна. Я в туалет не хочу, так. Давай. Вот это, да? Снег. Снег можно замутить. Вот она. Ковер. Это вот это, да? Я представляю, что бы, если бы я лаву здесь разлил, что бы тут было. Это вообще было бы шикарно, наверное. Ну ладно, будем в следующий раз внимательней. Так. Что-то непонятное. Что-то здесь не так было. Ну, типа того. Ладно. Так, ладно. Я бы даже еще вот так сделал. А, нет, я так не сделал. Хорошо. А, теперь смотрим по горшкам. Что там у нас? Каким горшкам? Каким нафиг горшкам? Не понимаю, о чем я. Вот здесь, что ли? А, подожди, это разное тут написано. А это что? Пластинка. Музыку, что ли, можно поставить? Ну, я, честно, хотел... Лоза. Кувшинка. Лоза. Мухомор. Они же разрастутся тут, эти грибы. Подсолнух. Двойная высокая трава.
Раскидистый папоротник. Давайте-ка его поставим. Мне просто интересно, что из этого выйдет. Давай, раз. О, нормальная тема. Правда, его почти незаметно. Ну, хорошо, хорошо. Ну, хорошо, допустим, это так. Пока что это что-то непонятное, что-то неясное, что-то незаконченное. Особенно вот эта белая дорога. Какая-то она странная. В какой-то идет... Ну, ладно, обязательно что-нибудь с этим придумаем. На этом все... А, подожди, какой все? Смотрите, там еще целая пустыня, да? Ого, ничего себе. О, давайте посмотрим, что там. Оу. Тут, наверное, целая местность еще, да? Интересно. Ну ладно, эту местность мы, наверное, будем изучать в следующей серии. А пока что мы отсюда вылетим. Самое главное не забыть это. Опа, что, лошади падают. Ладно, всем пока.